Леса дремучие, загадочные и огромные располагаются на двух берегах Хапрат, а я вечный полумрак ночи. В них бродят лисы, медведи и шакалы. Так выглядел Телермановский лес еще 300 лет назад. Об этом в своих исторических романах писал журналист, уроженец области Воинска-Донского, писатель Дмитрий Ильич Петров-Бирюк. Все это было описано в начале 20-го столетия, но с тех пор Телермановский лес мало изменился. Его часть входит в Хоперский природный заповедник, одно из уникальных мест в Воронежской области. Сегодня в адресе истории раскроем его тайны и расскажем о его прошлом. Безоблачное небо, как стрелы, пронзают парящие птицы. Но каждая как будто замирает над гладью воды, как будто здоровается с могучей и древней рекой, а потом скрывается в гуще леса, и ты остаешься один на один с загадкой. Что же там, за этой зеленой стеной? А за ней жизнь обитателей Хоперского природного заповедника. Располагается он на территории сразу трех районов – Новохоперского, Грибановского и Поворинского. Его территории – это почти 17 тысяч гектаров, раскинулся он по берегам реки Хопер. Но это не единственная водная артерия заповедника. Здесь разбросаны более 400 озер и водоемов. На этих землях обитают краснокнижные животные и произрастают редкие растения. Хоперский природный заповедник был создан в 1935 году, но история этих мест гораздо древнее, особенно если говорить о Телермановском лесе. Его в допетровские времена называли «золотым дном», так как очень ценилась местная древесина. А еще этот лес был неким заслоном русского государства от набегов кочевников. А что касается названия, тут существует несколько версий. Одна из версий, которая подтверждена документом 1571 года, в ней говорится о том, что само слово «телерман» имеет тюркское происхождение и в переводе обозначает «лес на холме» или же «труднопроходимый лес», «непреодолимый лес». И то, что это слово тюркского происхождения, еще говорит о том, что когда-то эти земли населяли носители тюркского языка, то есть половцы или татары. В эпоху Петра I этот лесной массив получил большую известность, так как качество древесины, именно дуба, в этих местах очень высокое. И древесина использовалась для строительства флота. И в 1703 году Петр I объявил этот лесной массив заповедной корабельной рощей. Эта территория века назад привлекала первых лиц государства российского. Так, например, император Павел I в конце XVIII века подарил северную часть лесного Телермановского массива графу Безбородко. Интересный факт про Александра Безбородко. Некогда ему принадлежали эти земли. При императоре Павле I он был возвышен до титула князя, ему был присвоен статус канцлера, и он руководил всей внешней политикой Российской империи. Ему принадлежит знаменитая фраза, которую он говорил на тот момент молодым дипломатам. «Не знаю, как при вас, а при нас ни одна пушка без нашего позволения в Европе пальнуть не смела». Если брать период где-то второй половины XIX века, то часть земель, которые сейчас входят в территорию заповедника, принадлежали княгине Долгорукой, это Алферовские дачи генеральши Раевской, это Дубовая хата и Калиновский поселок, и купцу Клочкову, это хутор Клочковский. Затем эти земли были частично проданы удельному ведомству, которое раздавало их в аренду крестьянам, в долгосрочную аренду на 6-12 лет. Также в аренду раздавались сенокосные угодья и участки для рыбной ловли местным рыбакам. И также вырубались леса в больших количествах, которые продавались на торгах.
после революции 17 года все эти земли перешли в ведение государства. В 1935 году здесь советское правительство создало Хоперский заповедник. Для него выделили территорию, растянувшуюся на 50 километров вдоль Хопра. Первым сотрудникам заповедника нужно было сохранить тех животных и те растения, которые здесь уже были. Исследовать природу речной поймы и приумножить генетические фонды флоры и фауны. Но в первую очередь ученым нужно было сохранить популяцию русской выхухоли. Ценился мех выхухоли и вот этот мускус ее, который использовался в парфюмерии. И она довольно-таки так сильно добывалась, скажем так. Были определенные квоты по добыче ее, и она сильно, значит, ее запасы сильно истощились, численность сильно снизилась. Что, в принципе, и сейчас происходит, опять она снижается. За все время моей работы вот здесь, да, вот, я уже проработал 15 лет будет в этом году, вот, в 2024 году будет 15 лет, как я работаю здесь. Вот мы практически каждый год у нас получается сделать учет выхухоли, каждый год мы проводим учет. Но иногда по погодным условиям он не получается. У нас приходится, значит, не проводить его, потому что это опасно для людей, которые это делают. Потому что проводится учет по тонкому льду осенью, по тонкому прозрачному льду, чтобы видеть пузырьки выхода из нор выхухоли. И по этим пузырькам определяется ее количество и в частности ее выходов. Иногда это просто не получается сделать здесь погодными условиями. Либо лед плохой, либо снег выпал сразу, лед встал, и сразу снег выпадает, уже не видно ничего там. Все зависит от численности выхухоли, она скачкообразна, вот, и зависит от силы паводка. Русская выхухоль – реликтовый вид, занесен в Красную книгу Российской Федерации и Воронежской области. Вид достаточно уязвим. В 1950 году на базе заповедника был открыт выхухолевый питомник, цель которого была именно разведение выхухоли. Однако выхухоль, к сожалению, в неволе не размножалась. Поэтому этот момент, как бы, цель не была достигнута. Фактором, который способствует размножению, это весенний паводок, так скажем, который предполагает вот это репродуктивное поведение. Выхухоль расселяли, то есть заповедник как бы занимался работой по расселению выхухоли. Было для акклиматизации расселено до 1600 особей. На современном этапе, так скажем, то, что касается заповедника, мы видим, естественно, тенденцию к уменьшению количества особей. Я могу вам привести данные. Вот для 2018 года отмечено 250 всего особей, 2019 – 170, 2020 – 120 особей. Чтобы поближе познакомиться с выхухолью, отправляемся в поселок Варварино. Когда-то здесь располагалось имение Варвары Барановой, отсюда и название. Тут находится центральная усадьба заповедника, недалеко и музей природы. Музей природы Хоперского природного заповедника располагается в старинном здании. Его возвели в 1890 году. И это была часть усадебной постройки. Здесь жил управляющий Барановским имением. А сам музей природы поселился здесь в 1937 году. И часть экспонатов сюда привозили, в том числе из тогда нового молодого Воронежского биосферного заповедника. В музее природы Хоперского заповедника два зала. В этих витринах представлены чучела животных, которые живут на территории заповедника и сегодня. И важный нюанс. Все эти животные, из которых сделаны чучела, погибли в естественной среде. Здесь же можно побольше узнать и о символе заповедника русской выхухоли. Само название «выхухоль» происходит от русского «хохуля», а оно, в свою очередь, от глагола «кухать» – «вонять». Если зверьку грозит опасность, он использует специальную, сильно пахнущую мускусную жидкость. Так отгоняет врага-хищника. Эта способность помогла выживать зверьку на протяжении 30 миллионов лет.
А еще это животное бесшумно двигается по воде. Выхухоль очень быстро перебирает задними лапками. А еще зверек любит поесть. За день может полакомиться пищей в половину своего веса. Но живет выхухоль в местных водоемах незаметно. В Музее природы можно увидеть и чучело зубра. Дело в том, что в 1955 году сюда из Московской области, из Приокско-Террасного заповедника завезли 4 зубров. Еще 2 доставили из белорусской Беловежской пущи. Территория с 56 по 80 год содержалась стадо зубров и зубробизонов в количестве 25-30 голов. Ну, как бы, будем говорить, условия, наверное, не совсем были, да, благоприятны для данных животных. Животные не требуют масштабного, так скажем, да, все-таки масштабов больших, больших, я считаю. Поэтому, как бы, ну, не получилось, да, не получилось. Вот с выхухолью получилось, что ее в бытность, когда ее количество было достаточным, ее даже как бы для акклиматизации расселяли. Ну, а здесь вот этот эксперимент. Бобры, например, как бы они же были к нам сюда из Воронежского заповедника как бы завезены, да, они достаточно прижились, размножились и хорошо себя чувствуют. Был, обитал здесь, но он не обитал, он находился в полувольном содержании. Скажем так, его не выпускали на вольное содержание, потому что непосредственно близость населенных пунктов, потому что я уже рассказывал, что заповедник очень маленькой, очень узкой полосой идет, 1,5-9 километров на 50 километров. И зубр, он выходил на поля, на сельскохозяйственные, поэтому были проблемы с сельхозпользователями возникали. Ну и потом по ряду причин, таких очень серьезных, было решено зубриное хозяйство прекратить здесь, да. В Музее природы есть и другие уникальные экспонаты. Например, вот эта карта из папье-маше. Ее размер 1,5 на 3 метра. Ее выполнили сотрудники Хоперского заповедника в 1963 году. Тогда они не владели аэрофотосъемкой, но удивительно, несколько лет назад специалисты сравнили современную аэрофотосъемку вот с этой картой и были приятно удивлены. Она точь-в-точь. Все реки, все ландшафты, все нюансы просто один в один. Познакомиться с местной природой можно, прогулявшись по экотропам. Одна из них называется «Самый русский зверь». Посвящена она, конечно же, выхухоли. Тропа начинается от здания визит-центра, спускается к озеру Большое Голое, переходит на его противоположный берег и возвращается назад. За моей спиной Большое Голое озеро. Это территория обитания и русской выхухоли, и бобра. Почему называется Большое Голое озеро? Вероятно, столетия назад здесь по берегам просто не росли деревья. Большое Голое озеро соединяется с Малым Голым озером, небольшим ериком или ручьем. Вот Малое Голое озеро – это территория обитания бобра. Гуляя по заповеднику, можно увидеть следы самых разных животных. Обитают в этих лесах и косули, и кабаны, и зайцы, и белки, андатры и суслики, барсуки, куницы, лисы, лоси и волки. Это далеко не полный перечень. В этих лесах можно встретить 230 видов птиц, а еще увидеть редкие растения. Очень серьезный вклад в изучение флоры заповедника внесли сотрудники БИНА. Это институт в Санкт-Петербурге, который занимается именно растительностью. И благодаря этой работе в 1988 году была выпущена флора Хоперского заповедника Николаем Николаевичем Цвилевым. Это сейчас основная книга, на которую мы ориентируемся. Воздух в заповеднике настолько вкусный, что если можно было бы, то его ели ложками. А это все из-за липовых лесов, их медового аромата. Вообще леса – это 82% всей территории заповедника. Одна из достопримечательностей Хоперского заповедника – это дерево – Великий Дуб. Так его называют специалисты. Ему почти 160 лет, высота 30 метров, а в обхвате это дерево почти 480 сантиметров.
Один из новых видов, который был выявлен в конце 90-х годов прошлого века, это многоножка обыкновенная. Это небольшой папоротник, который нигде больше в Воронежской области не отмечается. И в ближайших окрестностях тоже. Как он появился у нас, до сих пор никто не может понять. У нас было всего два места обитания. К сожалению, одно место обитания сейчас там не отмечается. Многоножка во втором, да, до сих пор мы наблюдаем за ней. Немножко увеличилась в размерах, но остается не сеется, не появляются новые особи. Вот в одном таком кусочке именно она произрастает. Это уникально именно для нашей полосы, потому что для нее нужно более прохладный и более влажный климат. То есть она встречается севернее и встречается, например, на юге, в горах Кавказа. Это абсолютно обычный вид. Она может встречаться в Крыму. Но для нас, нашим жарким, сухим летом, очень сложно ей здесь выжить. И растения, и животный мир заповедника тесно связаны с Хопром. Это река средняя по размеру река России. Ее протяженность около 1000 километров. В пределах заповедника находится участок длиной в 50 километров. Вообще Хопер берет свое начало в небольшой деревне Кучки Пензенской области, всего из 12 родников. Первое упоминание реки встречается в летописях в 1148 году. И тогда Хопер назывался Великой Вороной. Сам Хопер у своего истока вот в Пензенской области, в среднем течении, здесь в Воронежской области, в заповеднике, и уже в устье, в Кумылжинском районе Волгоградской области, вместе впадения в Дон, он везде одинаков. Собственно, такой же обрывистый берег, пологий, а вот похожая растительность, единственное различие только в ширине самого русла. А надо добавить, что в гидрологическом смысле сам Хопер вот на протяжении многих лет, столетий в заповеднике сформировал достаточно большое количество озер, их больше 200. Не только озер, это и различные старицы, там ереки, баклужи, временный водоем. Сам Хопер является такой вот своеобразной артерией водоносной, которая заполняет водой все эти водоемы во время весенних паводков. Познакомиться ближе с могучим Хопром можно, пройдя по одной из экотроп. На всех стоянках открываются потрясающие виды на реку и лес. Например, в одном из мест можно увидеть большую колонию ласточек-береговушек. Там в норах высокого берега реки живет около 6000 птиц, а в лесу живут цикады. Есть места, где гнездится внесенный в Красную книгу России филин. Хопер, можно сказать, как младший брат Дона, и ихтиофауна, она достаточно похожа. Есть несколько краснокнижных видов, такие как, например, вырезуп или стерлядь, запрещенные к улову. Вот. Но в связи с тем, что в последнее время идет в климатическом отношении такой достаточно маловодный период, то не вся рыба способна отнереститься должным образом, потому что нет, не всегда получается благоприятные условия. Вот. И, скажем так, состав ихтиофауны, он достаточно обширный, но количество ее все-таки не сказать, чтобы высокое. История у этих мест богатая. Неудивительно, что у Хоперского заповедника есть свои легенды. На берегу Хопра стоит вот эта скульптура монаха. И находится она здесь далеко не случайно. По одной из легенд, на Хопре рос давным-давно большой дуб. И со временем в нем образовалось дупло. И в нем обустроил свою келью один из монахов мужского монастыря, который располагался здесь неподалеку. И монах не только молился около этого дерева, но и активно ухаживал за ним, поливал его. И дуб, по легенде, простоял долгие-долгие века. Тайны этих мест уже почти 90 лет изучают научные сотрудники Хоперского заповедника. И кажется, и Хопер, и обитатели этих лесов давно поделились своими секретами. Но нет, каждый год приносит что-то новое исследователям.
природа открывается не сразу и только тем, кто приходит к ней с добрыми намерениями. Только так старик Хопер рассказывает свои истории под тихое перешептывание воды. Под пение цикад и ночную перекличку филинов. Так есть уже 90 лет, и так будет еще очень, очень долго.